этом упражнении ладони принимают форму лапок обезьяны. Кончики пальцев соединены вместе, кисть согнута наподобие крюка, а также сжатого кулака. Кончик большого пальца давит на безымянный палец, остальные пальцы сжаты вокруг большого пальца. Во время выполнения вы должны копировать проворную и подвижную манеру поведения обезьяны. Представьте себе, как она карабкается по деревьям, не переставая вертеть головой. Как и остальные упражнения комплекса, игра обезьяны состоит из двух частей. Обезьяна поднимает лапки и обезьяна собирает фрукты. Упражнение первое. Обезьяна поднимает лапки. Поместите ладони перед собой на уровне живота, пальцы растопырены. Затем согните кисти рук, ладони быстро формируют лапу обезьяны. Поднимите руки на уровень груди, плечи подняты. Живот и ягодицы напряжены. Одновременно приподнимитесь на носках. Голову поверните влево. Затем поверните голову в исходное положение, расслабьте плечи. Опустите пятки вниз, а затем и руки, ладони направлены вниз. Вернитесь в исходное положение. Руки свободно расположены вдоль туловища. Повторите упражнение, на этот раз поворачивая голову вправо. Чтобы перенести вес тела вверх, сначала поднимите вверх плечи, напрягите ягодицы и пресс. Затем встаньте на цыпочки. Перемещая вес тела вниз, расслабьте плечи, пресс и ягодицы перед тем, как опустить пятки. При подъеме рук, грудь, пресс и ягодицы находятся в сгруппированном положении. Руки, в свою очередь, прижимаются к корпусу в районе сердца. Затем вы должны расслабить их, чтобы вернуться в естественное положение. Перемещая вес тела вверх, тянитесь макушкой вверх. Старайтесь удержать равновесие. Это упражнение оказывает массирующий эффект на органы, расположенные в грудной клетке, и улучшает работу легких и сердца. Собирает фрукты. В этом упражнении вам предстоит менять различные стойки и сопровождать взглядом движение. Движение рук. Сначала взгляд должен следить за движениями правой руки. Когда она перемещается в позицию за правое ухо, вы должны перевести взгляд вправо и вверх, как будто выискивая фрукт на дереве. Перед тем, как сделать шаг вперед, чтобы сорвать фрукт, присядьте. Быстро сформируйте левой ладонью согнутую лапу обезьяны, затем сжатый кулак, срывая персик. Затем вновь разожмите кулак и поместите левую ладонь рядом с левым пухом. Представьте, что держите в ней персик. Ладонь при этом направлена вверх, правая рука расположена ниже левой. Движение ног. Переместите левую ногу влево-назад. Весь тело сконцентрировано на ней. Затем перевестите правую ногу к середине стопы левой, чтобы принять стойку. Правой ногой сделайте шаг вперед вправо и перенесите весь тело вверх. Затем снова переместите правую ногу к середине стопы левой, чтобы принять стойку. Теперь соедините движение рук и ног. Левую ногу переместите назад влево, правую руку по дуге влево, плечи расслаблены. Посмотрите вправо. Опустите левую ладонь вниз и сделайте правой ногой шаг вправо. Срывайте персик и крепко держите его левой рукой. Наконец, переместите ее в позицию за правым ухом, как бы поддерживая круг. Выполните упражнение на другую сторону. Упражнение улучшает состояние нервной системы и оттачивает рефлексы. В конце упражнения следует выровнять дыхание.